Закон суров, но справедлив. Третья ведь власти подводит итоги работы. Что нового произошло в судебной системе за минувший год? И изменилось ли отношение граждан к судам? Узнала наша съемочная группа. Защитить права и интересы граждан. Работа судов важна и для сохранения стабильности как в регионе, так и в масштабах страны. К чести судей Курского областного суда и курских районных, городских судов, вот разных инстанций, в том числе и мировых судей. Они работают с большой нагрузкой, стараются максимально оперативно решать эти вопросы. Судьи отмечают, правовая грамотность населения области растет. Люди суду доверяют. Обращаются со всеми своими бедами, проблемами. Порой даже приходят в суд с теми проблемами, которые не разрешаются в судебном порядке. Все равно приходится давать людям разъяснение, куда им надо обратиться, куда идти. То есть доверие к суду в последнее время выросло. Судебная реформа продолжается. С начала этого года апелляция применяется по всем гражданским делам. Это должно повысить качество судопроизводства и сократить число жалоб. Я должен сказать, что лица, которые совершают особо тяжкие преступления, к ним, как правило, никакого такого вот снисхождения нет. Более 110 тысяч гражданских дел, свыше 5,5 тысяч уголовных и 44,5 тысячи административных. Таким судьи запомнят 2011 год. Задачи, поставленные перед системой, выполнены. Одна из них – сделать правосудие открытым. Все решения суда теперь размещаются на ведомственном сайте в интернете. Вероника Викторова, Геннадий Воробьев, Владимир Придворов, телеканал «7».